Замечательная кофейная станция с фиксированным ценником в районе 50 рублей и 100 рублей. За 100 рублей вы получаете большой американо, либо латте, как я взял, с карамелью, но без сахара. Вот. Большое многообразие сиропов, всего остального, поэтому есть из чего выбрать. Но опять же, это если вы сказочно богаты, как я сегодня, то утро можно начать со 100-рублевого кофе, с большого объема. Здесь 300 миллилитров сплошного удовольствия в районе 300 килокалорий. По крепости кофе у них где-то тройка. По, ну, скажем так, оно бодрит. По вкусу оно тоже где-то на тройку у них. Потому что можно найти места гораздо лучше. И эти места я даже знаю. В следующий раз я обязательно поделюсь с вами, где найти очень хороший кофейный напиток, где можно сделать очень хороший кофе и где можно и поесть, как у них. У них тоже есть там и бутерброды, и всевозможные круассаны, все что угодно. Поэтому остаемся, смотрим. По пути на работу нет ничего лучше, чем побаловать себя какой-нибудь вкуснятиной. Как правило, такого кофейного напитка с карамелью хватает как полноценного завтрака. То есть можно свободно дотянуть до обеда. Не захочется ничего ни есть, ни пить. Ну вот и все. 300 миллилитров уже во мне. Поэтому смотрим в описании, где находится эта точка. Ищем похожие точки, потому что у них по всему городу очень много заправочных станций. И наслаждаемся любимым напитком.